Новый год – это сказочный праздник. Чудеса случаются именно в этот день. В новогоднюю ночь сбываются самые заветные мечты и желания. Но чем старше мы становимся, тем меньше мы в это верим. Что за ерунду я болтаю? Ну и ладно, продолжим. Предновогодняя лихорадка, глянцевый елочный город, шары и бусы и то неповторимое и неуловимое ощущение праздника и веселья, которое витает в воздухе в преддверии нашего любимого Нового года. Неплохо сказано. Это история о новогодней ночи в городе Алматы. Или в Таразе. Ой, нет, в самом культурно развитом городе Шымкенте. Но эта история будет происходить не здесь. Итак, 31 декабря, 10 часов вечера, ночь, которую вы запомните на всю оставшуюся жизнь. Вот сейчас я отнесу этот костюм, и я свободен, как птица в полете. Какой же я умный, что перекинул свое дежурство на новенького. Правда, пришлось соврать, что шеф лично пригласил меня справить вместе с ним Новый год. Против босса не попрешь. Вот приспичило же им пожрать перед Новым годом. Хорошо, что у меня последний заказ на сегодня. Побегу к своему пупсику, да и он, наверное, скажет: «Жрать хочу». Ну, елки-палки, что за ночь? Почему никому не сидится дома? Даже в новогоднюю ночь не могут сами себе открыть дверь. Да и черт с ними, надо о себе подумать. Сейчас я спущусь вниз, сдам свою смену. Сниму эту дурацкую форму, и вся новогодняя ночь в нашем распоряжении. Я обещаю тебе бурную ночку. Только возвращайся быстрее, а то я по тебе уже соскучилась. Подожди. Дорогая, у меня сейчас пересменка. Я быстро, а ты пока оставайся в таком же положении и не двигайся. Ну.
Алло, алло. Я сейчас, мигом. Я уверена, он мне не откажет. Марат, ты меня сегодня должен заменить. Ты что, с дуба рухнула? У меня свои планы. Оглянись! Новый год! А у меня свои планы. Ну а при чем тут я? Меня там, наверху, кое-кто ждет. Я даже знаю, как сегодня пройду этот вечерок. Поминутно. Ничего, это подождет. У меня сегодня конкретная программа. В конце концов, сегодня твоя смена. Давай, переодевайся, я уже ухожу. Хорошо, иди. Но... так как сегодня Новый год, я бы хотела его встретить, как полагается. Ты ведь мне денег должен. Помнишь? Помню. Тогда верни мне их. Но у меня сейчас с собой таких денег нету. А мне они нужны прямо сейчас. Или гони бабки. Или... ага, или что? Я могу простить тебе этот долг, если ты останешься сегодня подежурить. Не забывай, что в Новый год с долгами входить нельзя. А то весь год будешь без денег. Хорошо. Ты не расстраивайся, ну сам подумай. Деньги сохранил. Да и праздник здесь ждет тебя наверху. В новогоднюю ночь постояльцы сами по себе отдыхают. Про партии они даже и не думают. Ладно, твоя взяла. Я знала, что мы с тобой договоримся. Муа. Ну и какой дурак сказал, что в Новый год случаются чудеса. Долго я еще буду ждать? Долго вы еще будете пялиться? Может, вы обслужите меня? Сию минуту. Я все вмиг исполню. Я хочу заказать номер. Конечно, без проблем, мадам. А какие апартаменты вы желаете? Просторно. Меня вполне удовлетворят. А насколько просторный? А какие вы можете предложить? Самые лучшие. Надеюсь. А это я понесу сама, а вот это можете взять. Пойдемте, я вам покажу вашу. Ты это сделал. Ah!
хорошо, хорошо, твоя дела, хватит. Просто скажи мне, где твое обручальное кольцо? Еще раз тебе повторяю, я положила его на эту тумбу. Нет, ты его оставила у своего очередного жигола. Послушай, дорогой, для того, чтобы наставить тебе рога, мне не обязательно снимать кольцо. Кто? Это Портье. Я принес ваш заказ. Заходите, заходите. Поставь заказ на стол. С Новым годом. И проваливай отсюда. Пошел вон! Это не ваше колечко? Так, ты мне с Портье не изменяешь? Да? Что с ним? Не обращайте внимания, у него иногда бывает. Генеральный спонсор телевизионного проекта «Новогоднее чтиво» на телеканале «Отрар» – компания «Кастрансгаз». Мы с вами живем жүректен бақыт тілейміз. Дорогие казахстанцы, с Новым годом! Дорогие шымкентцы, от всей души хочу поздравить вас с Новым годом! Эта валюта не котируется. Да. Тебя тоже с наступающим. И я тебя люблю. Когда ты придешь? Хорошо, милый. Нет, нет, ничего страшного. Да, да, я понимаю.
Я прекрасно справлю Новый год. Алтарчик не приедет. Зато приедет Андрюха. С ним скучно не будет. Я сейчас позвоню Андрюхе, скажу, чтобы он привез с собой нормального парнягу. Андрюха тоже не придет. Почему? Он уехал вместе с Алтарчиком. Значит, мы останемся одни на Новый год? Почему не сантехник или официант? А с другой стороны, портье быть очень удобно, да? Заглянул в номер, а там бутылка шампанского. Или чужая жена. Естественно, возникает мысль, а почему бы не допить шампанское? Или не полапать чужую жену? Я прав? Мачо. Похоже, я зашел не в подходящее время. Главное не то, что время неподходящее, а то, что ты уже здесь. Значит, в канун Нового года ты решила меня познакомить со своим любовником. Да? Я действительно нашел кольцо у двери. Я портье. Значит, ты хочешь сказать, что я несправедливо поступаю с тобой? Ваша жена вам изменяет? Сейчас разберемся, Марат. Я правильно понял? Тебя Марат зовут? Можно просто Мачо. Хорошо, Мачо. Смотри, в какую глупую ситуацию ты попал. Ты, я и Эвелина.
Как хорошо! Не правда ли? Я требую извинения. За что? Повторяй за мной. Я, Марат, покорно и искренне извиняюсь, что мы попали в такую пикантную ситуацию. Что мы попали в такую пикантную ситуацию. Ты довольна? Ты принимаешь его извинения? Слово за тобой. Можно я? Валяй, малыш. Говори. Не хочу вас огорчать, но, по-моему, она сказала да. Ты думаешь, я придурок? Ты думаешь, я не заметил кляпа у нее во рту? Нет, нет. А ты знаешь, откуда я это знаю? Потому что я сам заткнул ей рот. Сиди здесь. И не двигайся. Послушайте, я был вам очень благодарен, если вы объясните этому психу, что это чудовищное недоразумение. Я вас никогда раньше не видел. Вы мне абсолютно не знакомы. Что? Нравится тебе или нет, ты попал в переплет, из которого сложно будет выбраться. Выплюй ты эту тряпку! Он сейчас вернется. Скажите ему, что это ошибка. Не надо его злить, он, кажется, возвращается. Давай заткни рот быстрее. Матч. А я думал, что могу тебе доверять. Мне уже надоели твои сумасшедшие выходки. Если ты сейчас же не прекратишь, я обо всем расскажу своему брату. А ты его знаешь. А чего ты взяла, что я его боюсь? Да ты до сих пор жив, только благодаря мне. Твоя тупая ревность переходит все границы. Если я от тебя уйду, тебе конец. Возможно, так оно и есть. Ты думаешь, я переборщил? Переборщил? Да ты просто псих! Развяжи этого бедного мальчика! Разве так не ясно, что он здесь ни при чем? Импотент хренов! Не называй меня так! Не называй. А кто ты? Кто? Пушка без ствола, часы полшестой. Без чего-то, но работящий. Автомобиль без водителя, дворник без метлы, револьвер без патронов.
чудеса случаются. Партье? Где ты ходишь? Я уже устала тебя ждать. Ты мне сказал 10 минут. Ты что, забыл про меня? Милана, остынь, без тебя проблем хватает. Ах, я создаю для тебя проблему? Может, ты нашел себе другую и не хочешь меня видеть? Ах, ты ж козел! Все, я ухожу! Извините, а к кому здесь можно обратиться? Ко мне. Я вас внимательно слушаю. Несмотря на все эти неприятности, которые со мной в эту ночь происходят. Итак, что вам угодно? Номер. Пожалуйста, двухкомнатный номер, расчет на сутки вперед. Молодой человек, вы бы не могли сделать одно одолжение? Надеюсь. Убивать никого не надо. Что вы, что вы? Просто нас в этой гостинице нет. Вы понимаете? Не понимаю. А что вы такого натворили, мистер Икс? Я украл ее. Нас могут искать. И в случае чего нам, сами понимаете, помогите нам, пожалуйста. Мы вам доплатим. А зачем ты ее украл? Хочешь выкупа? Нет, это он должен за меня платить Колым. А тогда зачем воровал? Он меня любит и хочет жениться. На ком? На мне. Так он же тебя украл! Ну да, чтобы жениться. Любой каприз за ваши деньги прошу в номера. Ваши апартаменты находятся на втором этаже. Не потерь жених, своих не сдаем. Партье, всю минуту буду у вас. Да, я понимаю, что я был виноват. Я признаю, что не прав. Но ты ведь можешь меня простить. Я заказал еще бутылку шампанского. Теперь мы с тобой будем встречать Новый год. Так же, как и в прошлые годы. Ты помнишь, как мы оказались здесь в первый раз? Я не могу забыть. Самое счастливое время в моей жизни. Ваш заказ, сэр. Во что? Специально учат? Пугаться. Постояльца. Извините, я думал, что вы с дамой. Не надо смеяться. Лучше составьте мне компанию. Надоело пить сам на сам. Правило не позволяет пить персонал гостиницы во время работы. Извините. Останься на 5 минут и заработаешь себе на чай.
Как тебя зовут? Марат? Знаешь ли ты, что такое любовь? Когда твоя любимая где-то рядом, а ты ее не видишь. Она не понимает тебя и не хочет видеть. Мне пора. Я позже. Раз 15 в ней звонила. Но на месте вас почему-то не было. В преддверии Нового года поставится очень много заказов. И я как белка в колесе, пытаюсь всем угодить. Вы мне обещали, что я буду самым важным клиентом. Я к вашим услугам. Чего желаете? Зайдем на минутку. У тебя есть девушка? Это уже не важно. Не важно для кого? Для меня. Это хорошо. Знаешь, мне нужен друг, которому я могла бы доверять. Я могу считать тебя своим другом? Да, самым преданным. Скажи, я тебе нравлюсь? Да. Я хочу, чтобы эту новогоднюю ночь мы провели вместе. Да. Я на работе. Тебе нужны деньги? Да. Ну кому они не нужны? То есть мне надо периодически спускаться вниз. У тебя есть минутка? Я постараюсь тебе все доходчиво объяснить. Подойди поближе. Сядь туда. Ты готов послушать? Вот смотри, это будет твоим, если ты уйдешь прямо сейчас. Но если ты останешься и согласишься со мной, то эти деньги будут твоими. Ну как? Идиот! Самое главное, чтобы никто меня здесь не смог найти. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю. Вы, наверное, кого-то украли. Это не важно. Ну что, решили? Я могу подумать, а? Раз, два, три. Я согласен. Вот и замечательно. Но только смотри, никто. Но все-таки Новый год. Не забывай о развлечениях. Thank you.
guardandote, chissà che sognerai. Tante mattine ti ho vista accanto a me, con gli occhi tuoi nei miei. Conosco come sei, conosco cosa vuoi, sei come me. La vita ci ha insegnato a vivere con noi. E ci ha costretti a crescere, ma invecchia solo lei. Lei non ci frega più, lei non ci butta giù, noi siamo noi. Angeli, a volte diavoli. Ты романтично целуешься, но на этом все. А я думал, что вы хотите... Нет, я этого не хочу. Пока. Да? А я не понял. Теперь понял? Генеральный спонсор телевизионного проекта «Новогоднее чтиво» на телеканале ОТРАР – компания «Кастрансгаз». Дорогие казахстанцы, с Новым годом! Дорогие шымкенцы, от всей души хочу поздравить вас с Новым годом! Девченьки, хавчик пришел. А выпивка к нему прилагается? Все, как вы заказывали. Ну, полный комплект. Только вот мальчиков не хватает. Да. А чувачок-то ничего. Вы проходите, не стесняйтесь. А то у нас с мужчинами напряженка. Говорила, что он и 5 минут не продержится. Так, Майя, теперь твоя очередь платить. Оп! С Новым годом! Спасибо, вас также. Что случилось? Все. Кино не будет. Новый год кончился. И что будем делать? Это вопрос или предложение?
И то, и другое, пьяный дурак. Девушка, вы не боитесь? Чего? Вы наедине с пьяным мужчиной в узком уголке. Может, я вампир? Есть какой-нибудь выход? Ну, придумайте же что-нибудь. Вы же мужчина. Будешь? Может, хватит пить? Новый год еще не наступил, а вы уже в стельку. Что? Что мне Новый год? Не с кем его встречать. Правильно. Кто ж согласится с вами его встречать, если вы в таком состоянии? Хорошо. А вы почему бежите от кого-то? А кто сказал, что я от кого-то бегу? Меня ждут мои друзья. Мой мужчина. А в сумке Дед Мороз со Снегурочкой. Плюс елка с игрушками, да? По-моему, мы здесь надолго. Можно я глотну? Якщо не люблять нас, краще. Слышь, братишка, дело есть. Слушаю вас. Тебе знакома эта личность? Ваша личность? Я ее не знаю. Ты знаешь, что я такой, ты. Что не держи меня за лоха. Быстро говорю, в каком номере они остановились. Надеюсь, ты не ошибся. О. Я что-то не понял, что лифт не работает, что ли? Извините за временное неудобство. Салам алейкум. С Новым годом. Морозы заказывали? Проснись, дядя, и отгони моих оленей в гараж. Конкретная шутка, но мне сейчас не до смеха. Ты знаешь, кто это был? Да мне по барабану, чувачок. Я ведь отмороженный. Ты в натуре? А, ну и фиг с ним. Вообще-то я здесь по делу. Мне заказали поздравить одну милую девушку.
кажется, ее зовут Анжелина. Знаешь такую? Без проблем, Санта. Идем покажу. Когда я буду работать, не забудь накормить моих лосей. Ясмин. Иди к нам. Я ищу Ясмин. Знаете такую? Будешь Ясмин? А где она? Знаешь? А кто знает? Кто-нибудь знает? Ту, о которой он говорит. Нет. Звали. Нет, никто не знает. Она здесь была? Возможно. Но... Если хорошо попросишь, я с Миной буду... Да ты просто жигала! Убирайся из моего номера! А вот и главный подарочек, Анжи. Как ловко я тебя вычислил, а? Все, что мне надо, это бабки, которые ты увела у Маке. Теперь я смогу накормить своих оленей. Кстати, он сказал, что ему нужны только деньги. В любом случае, я тебя убью. Где деньги? Наверное, в этом симпатичном чемоданчике. Дай сюда. Собери капусту и камушки тоже не забудь. Снедурочка, ты что думала, что можешь взять просто деньги и исчезнуть? Это мои деньги. Зачем покойнику бабки? Ищи. Не повезло тебе. Ты умрешь нищий в новогоднюю ночь от руки Деда Мороза. Ты, дедушка, действительно отморожен. Ты уволен. Мерзавец! Ты не мог его раньше долбануть? Они знают, где. Нам надо исчезнуть. Что дальше, Анжелина?
Я тебя здесь не оставлю. Это решит все наши проблемы. А куда же мы отправимся? А куда захочешь. Я сказочно богата. А я нет. Ну, если мы поженимся, то ты тоже станешь фантастически богат. Ну, мне бы не хотелось, чтобы наша семейная жизнь начиналась с денег. Ну, хорошо. Пускай она начнется с любви. Лишь бы деньгами не закончилось. А хочешь, я оставлю эти деньги вот этому шлюпу? Не надо. А вдруг пригодятся? Ну, на всякий случай. Останется смотреть, что в твоем сердце все же нет свободных мест. И снова ты должна любовь свою стереть. И снова ты должна любовь свою. Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна. Девушка Прасковья из Подмосковья за занавескою плачет у окна. Это одна из новогодних историй, которые всегда заканчиваются хэппи-эндом. Ну или почти всегда. Все участники этой истории остались живы, никто не пострадал, ни один из сотрудников не был уволен. Весь отель, вернувшись после новогодних каникул, смеялся еще 3 недели. Мне уши